Итак, первый тест, это у нас будет посылка. Обычная просто посылка, курьерка. Так, закидываем наш аккатор на выход. Курьерка, мы посылку саму не видим, но видим, что там внутри. Кстати, да, по поводу скана. То есть у меня фит видно, да, почти все забито. Единственное, только вот этот слот свободен. И то, что мы видим, когда произвели скан фита. То есть всего лишь на все микродрайв, все, больше ни черта тут не. Фит не всегда полностью просканивается. Дальше у нас посылка в посылке, тоже курьерка. И в этой посылке у нас уже вон хренотюка какая-то. Закидываем. Давай смотреть, что у нас сейчас получится. Когда посылка в посылке, мы не видим, что в этой посылке, но видим посылку. Вот такая вот интересная тоже штуковина. Кстати, таким макаром многие пользуются. Чтобы не видели, что перевозят, они просто посылку в посылку засовывают. Так что видите посылку, бейте обязательно. Фиг его знает, что там скрыли от ваших глаз. Кстати, эта информация очень будет полезна и для тех же индусиков. Контейнер. Обычный контейнер. Когда у нас контейнер, просто обычный контейнер, точно так же, как с посылкой, мы не видим сам контейнер, но видим, то в контейнере. Мы даже, кстати, не знаем, что он контейнер переводит. То есть, если тут будет тьма тьмущая чего-то там в контейнере, если мы его лопнем, и он потом, этот контейнер сгорит, все в то, что будет внутри контейнера, тоже сгорит. Если это не сгорит, то весь контейнер окажется у суицидника. Что будет, если у нас будет контейнер в контейнере? А, не лезть контейнер в контейнер. Ну и ладно, ничего страшного, у нас для этого есть большой контейнер. Запихиваем большой контейнер и в него запихиваем маленький контейнер. Контейнер в контейнер засунуть, оказывается, вообще нельзя. Ну, собственно говоря, вот этот контейнер, это транспортный контейнер. Давай смотреть транспортный контейнер. Экранирует он или не экранирует? Смотрим, что транспортный контейнер. Одна фиксина, то же самое, все просматривается, что там будет. Дальше был вопрос по поводу того, защищенный контейнер. Будет показывать, что там или нет. Так вот, транспортный контейнер защищен грузовой контейнер. Так вот, кодовый замок включает лишь в том случае, если контейнер поставлен на якорь в космосе. Понятно, в чем разница? Смотрим, что у нас будет контейнер, который там под кодовым замком. Да, тоже, собственно говоря, самое. Так что все это полная фигня. Не заморачивайтесь с контейнером. Контейнеры бесполезны, они не экранируют. Единственное, как вы можете спрятать груз, это только курьерку. В курьерку засунуть. Но видя то, что у вас есть посылка, суицидник, ну я не буду говорить за всех, по крайней мере, но за себя скажу, я вот точно буду хреначить. И пересаживаемся на авиатор. Есть у нас специальные транспортные корабли, к примеру, у Галентов, вот он. У них экранированный грузовой отсек. То есть ничего, по идее, я увидеть суицидником не должен. Вася, да, все контейнеры просканиваются. Абсолютно все контейнеры просканиваются. Так что миф тот самый, что якобы контейнер не просканивается, можно в контейнер засовывать, это все-таки остается мифом. Я прям разоблачитель мифов. И вот теперь смотрим авиатор. Ничего, абсолютно ничего. Давай еще раз, может, блин, глюк или еще что-нибудь. Опять ничего, ну, блин, бог троица ли? Мало ли, вдруг как фит, да? Тоже ничего. Именно как раз эти корабли, у которых... Так вот, именно у тех кораблей, у которых есть надпись авиатор, экранированный грузовой отсек, только в этих кораблях вы можете перевозить все, что угодно. И вам никто ничего не скажет. Ну, в том плане, то, что никто не увидит, что вы там перевозите. Минус этих кораблей, то, что у них грузовой отсек очень маленький. Его, конечно, можно раскачать. Я покажу, насколько максимум можно его раскачать. Так, здесь у меня... А, не, не получится максимум, у меня здесь не карго стоят. Ну, даже просто, то есть 10 тысяч. Если сюда еще карго поставить, по-моему, там 12 или 13 тысяч получится. Не густо. Реально не густо. Зато можно раскачать отварп. И сейчас у меня отварп чуть меньше 3 секунд. В принципе, это достаточно неплохо. Реально достаточно неплохо. В общем, перевозить с экранированными у омаров это ротатор, у галентов это авиатор, у колдырей это кран, у матаров это провлер. Либо посылка в посылке. Том, там еще про корабль ворки говорили, что не видно грузов в этом корабле. А! Точно, мы это забыли еще протестировать. Чего нету, давай запихнем тебе сюда. Все, теперь пересаживаемся в локатор, в ангар. И тебя вот сюда. Все, ну-ка. Так, давай смотреть, корабль. В корабле, если корабль перевозит.
Да, все верно. Я вижу, что корабль. А что в этом корабле, я не вижу. Вот еще, кстати, вариант перевозки.